Этим утром потерпел крушение самолет с туристами, летевшими к Эвересту. Борт непальской авиакомпании вылетел из международного аэропорта Катманду, а уже через минуту упал и загорелся. Поступили пока еще не подтвержденные данные о том, что три пассажира выжили. Начато расследование. Среди первых версий – это возгорание на борту или столкновение с птицей при наборе высоты.